Агентство по страхованию вкладов планирует привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров Уралкапиталбанка. Общий размер иска – 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте госкорпорации. Заявление направлено в Республиканский арбитражный суд 25 октября. В числе ответчиков – члены Совета директоров и правления банка. Напомню, лицензию у регионального Уралкапиталбанка отозвали в феврале прошлого года. Организацию признали банкротом. В ее отношении открыто конкурсное производство. Вот функции конкурсного управляющего возложили на агентство по страхованию вкладов. Как сообщается в релизе АСВ, руководством банка совершались неправомерные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, а также приобретению недвижимости по завышенной стоимости. Кроме того, в документе отмечается, топ-менеджеры банка не предпринимали меры по предупреждению банкротства финансовой организации.